Всем привет, у меня очередная посылка. Давайте будем ее вскрывать, посмотрим, что там находится внутри. Судя по пакету, это посылка с Алиэкспресса. И, кстати, неплохой качественный пакет на данный момент использует продавец, то есть не какой-то мусорный пакет. В описании написано, что здесь находится кабель для мобильного устройства. Несколько кабелей я заказывал на Алиэкспрессе, действительно, для того, чтобы провести различные сравнения и тесты и выбрать себе лучший. Давайте посмотрим, что же мне тут пришло, действительно ли это кабель. Так. О, отлично, просто супер. Смотрите, это у нас Type-C USB кабель, то есть обычный USB, да, как везде, который вставляется в любую зарядку, в любой порт там ноутбука, в любой пауэрбанк. И у нас выход идет не микро-USB, а уже Type-C. Фирма ROG, для тех, кто не в курсе, для моих подписчиков, для подписчиков моего канала, эта фирма уже знакомая, фирма, которая делает действительно качественные не только пауэрбанки, различные девайсы и всякие штуковины, чехлы и тому подобное, но и различные качественные кабели, подставки и даже видеорегистраторы. В общем, фирма очень плотно входит в рынок, даже наушники делает. Кстати, наушники фирмы ROG очень скоро мне придут и будут на обзоре на моем канале. Ну что ж, давайте не будем говорить о том, что будет, а непосредственно поговорим про данную модель. Давайте посмотрим, что у нас здесь сзади написано. А здесь у нас написано, что 1 метр кабеля, 32 грамма вес, напряжение 5 вольт, 3 ампера максимум. То есть у данного кабеля хорошее сечение медного внутри провода, и поэтому он может пропустить высокий ток, 3 ампера. Для тех, кто не разбирается, чем лучше кабель, тем больший ток он сможет пропустить, и тем максимально быстро, максимально эффективно вы сможете не только заряжать ваше устройство, но и передавать данные. Ну и непосредственно, где находится компания, копирайт. В общем, продукция лицензионная. Также вы можете проверить с помощью QR-кода данный товар. Ну что ж, будем вскрывать. Упаковка, как это уже заведено у компании ROG, сделана действительно качественно, достойно. Так, здесь у нас внутри больше ничего нет. Здесь у нас какая-то бумаженция. Есть, ага, это гарантийный талон. Конечно, разрезать его, проверять сечение я не буду, но некоторые тесты я с ним проделаю. И, в принципе, смогу определить, держит ли он у нас хороший ток или нет. Как видите, здесь у нас USB Type-C, это USB нового образца, есть надпись ROG. Сделана это у нас часть из пластика, здесь у нас используется, в принципе, эластичный достаточно кабель. Сейчас я его, конечно же, разверну и проверю, насколько он действительно длинный, насколько он эластичный. Да, кабель очень мягкий, очень эластичный, несмотря на то, что он пропускает большие токи. Качество исполнения, конечно, высокое. Как видим, здесь у нас синяя такая вставка пластиковая. Это говорит о том, что поддерживается USB 3.0 формат и выше, соответственно, для того, чтобы максимально быстро передавать данные. Также здесь у нас есть вот такой вот знак. В общем-то, думаю, что будет классный кабель. Удобно, что USB Type-C можно втыкать как вот так, так и вот так. То есть, как раньше, уже не нужно попадать в это гнездо. У вас автоматически, как бы вы ни подключили, кабель будет подключен и будет передаваться информация, либо непосредственно заряд. Ну что ж, на этом у меня все. Если это видео было вам интересным или полезным, не забудьте его поддержать. Также не забудьте оставить позитивный комментарий, подписаться на канал и подписаться на группу ВКонтакте. Те, кто подписаны на группу ВКонтакте и на мой канал, наверняка уже знают, что на канале проходят конкурсы ежемесячно. И, конечно же, примите участие в конкурсе, и в нем вы сможете сами выбрать себе приз. Ссылки на этот кабель будут, конечно же, в описании к этому видео. Всем хорошего настроения, увидимся в следующих видео. Пока!